Привет, народ, привет всем! И вот очередная игра, с которой я хочу познакомиться, да и познакомить вас. Это игруха под названием Power Slave Exhumed. Да, эта игруха раньше выходила для PlayStation 1 и Sega Saturn, по-моему. И сейчас разработчики от Night Dive Studio, это такая студия, как вы знаете, которая скупает права, лицензии на всякие старые бренды и выпускает эти игры по-новому, вы можете себе представить. То есть последний раз, когда мы смотрели на творение от Night Dive Studio, это была игруха Shadow Man, помните, ремастер. И вот сейчас они сделали Power Slave ремастер, то есть... Вы представляете, да? PlayStation 1 и Sega Saturn время. Ну и ПК, конечно же, то старое время. Игрушка очень напоминает Doom, первые Думы. То есть это вообще самое прикольное, что каждая из этих версий, что PlayStation 1, что Sega Saturn, имела свои плюсы и минусы. И так сделали Night Dive Studio офигенно, что в этой версии, вот в этом ремастере так называемом, они... внедрили сюда только лучшее, то есть только лучшее с PlayStation 1 и только лучшее с Sega Saturn, и все минусы, и все вот эти вот нехорошие места, так сказать, которые были в каждой из вот этих версий, так сказать, минусы, они все их убрали, и теперь у нас только действительно офигенное такое произведение. И Digital Foundry уже, конечно же, протестили и сказали, это просто лучший ремастер, который вообще когда-либо выходил, тем более от Night Dive Studio. Эту игруху я купил у нас за 20 евро, она вышла примерно недавно, то есть в этом месяце, это новиночка, можно так сказать. 20 евро, я считаю, это вполне нормальная цена для ремастера, тем более я бы и 30 отдал, чтобы поддержать Night Dive Studios, чтобы они скупали и как можно больше еще прав и выпускали нам вот такие обалденные проекты. Так что, ребятки, давайте будем смотреть, что это за игра, и сразу еще здесь небольшое упоминание, что это не нативный порт для Series X и PlayStation 5, например. Вы скачиваете игру, и она идет у вас по обратной совместимости, то есть в моем случае это Xbox One X версия, которая идет по обратке. То есть, повторюсь, нет никаких улучшений для Series X, но здесь также, как вы знаете, нативная 4К плюс 60 FPS, все на высшем уровне, то есть лучше и не может быть. Плюс Velocity архитектура здесь никак не применяется вот в этой версии игры, но она здесь нафиг не нужна, загрузок здесь как таковых просто нет. Откуда они должны быть? Классно, египетская тема, обожаю все такое. Шутер от первого лица, давайте посмотрим, что это. Ребята, у меня чешутся руки, честное слово. Я всю неделю, когда на работе, знаете, как на иголках, был, хотел познакомить вас с пару играми. Сегодня мы уже, я надеюсь, посмотрели на No Name, No Number. Мы посмотрели также сегодня еще на Колина Legacy, survival хорроры. И как же без ремастера? Без ремастеров никак. Так что сейчас мы посмотрим именно ремастер Power Slave. Ух, ребята, погнали. Ой, обожаю вот такие старые артефакты. Сразу пропускаем заставку. Да. Сразу заходим в аудио. И убираем музыку, чтобы нам она ничего больше не заглушала. Так, 20. И также ставим на 20-чик и звуковые эффекты, так сказать. Давайте на 21. Так. Что у нас здесь есть? У нас здесь есть еще и языки. Давайте посмотрим. Игрушку можно играть на английском, французском, немецком, испанском, итальянском. То есть мульти 5. Окей, мы оставим на английском, пусть будет. Плюс в игре еще у нас есть какие-то навороты. Checkpoints, да, ребята, самое еще прикольное, что в игре внедрили разработчики от Night Dive Studio чекпоинты, потому что игрушка хардкорная, как вы знаете, ранешние игры. И вот сюда они внедрили чекпоинты. Это очень круто. Overworld screen. Классно. Обалденно. Вы можете здесь, конечно, играться с настройками, но я этого делать не буду. Display settings. Вау-вау-вау. Anti-aliasing. Resolution high. Low. High. Ну, прям вообще. CRT-фильтр. Вы даже можете включить телевизорный фильтр. 16-кратный анизотроп-фильтр, хотя он здесь нафиг не нужен, так как игруха идет по обратной совместимости, и он включен по дефолту на консолях от Microsoft Xbox Series X. Так что оставим все как есть, новая игра, Empty Slot, это у нас, судя по всему, мне показаны, какие ништяки я могу собрать уровни, да, по-моему, окей. И выбор
Выбор сложности. Normal, Hard, Pharaoh. Ребята, поедем на Normal, потому что Normal — это тот Normal, не забывайте. Это сейчас это хардкор. Раньше это был Normal. Так что начинаем. Ух, Tomb of Ramses. Так, я никуда не могу ходить, но окей, давайте начнем. Вау. Ребята, вот это скорость. Я сейчас 2 часа подряд играл в survival-хорроры, и они настолько медленные. Вернуться в эго-шутер, то есть от шутера от первого лица, вот в таком виде, это просто офигенно. Как и сказал, ребята, 4К, 60 FPS, все обалденно. Ну что, меня с игрой не связывают никакие ностальгические чувства, вообще ничего. Так что чисто сейчас ныряю, как говорится, в холодную воду, и меня уже музыка завораживает. И когда я вижу опять же вот это все, опять же хочу Tomb Raider, особенно 4-ю часть Revelation в ремастере. Очень большая надежда на Night Dive Studios. Если бы они открыли какой-нибудь Kickstarter проект, я бы их поддержал бы с удовольствием вообще. За Tomb Raider, как говорится. Так, ну давайте. Будем смотреть, что да как. Так, ствол. А, да, кстати, интересный фанфейк. На PlayStation были синие скорпионы, на Sega Saturn были красные скорпионы. И в этой версии они нам дали оба вида. Это, знаете, такой фанфейк. Что даже Digital Foundry отметили. Что прикольно. Чтоб никого не обидеть, нате вам 2 версии скорпионов и наслаждайтесь. Обалденно, что не кончаются боеприпасы. Это очень круто. Это именно те, вон, знаете, олдскульные шутеры. Круто. Что? А, оу. Обалденная музыка, завораживающая просто. Могу представить себе слушать саундтрек вообще без проблем. Да, вот здесь вот. Я не могу смотреть вниз, то есть мне нужно именно стрелять тогда, когда скорпионы внизу. Окей. Круто. Пока все офигенно. Опа. Ништяк. Опа. Аккуратно, аккуратно. Так, еще один скорпион. Ох, жалко, я не играл в эту игру на PlayStation 1. Если бы у меня была бы она на PlayStation 1, я бы сейчас вообще. Я бы был на 7-м небе. Посмотрите, какие красивые эти. Что-то я фиг поверю, что такие раньше орнаменты были на стенах. Вы вспомните, например, орнаменты на в игре Tomb Raider, да, опять 4. Last Revelation. Вы помните, да, там какой ужас был. Как охота сейчас в ремастере вот это все. Это, судя по всему, кнопка. Это, да, это кнопка. Опять у нас скорпионы. Не понял. Мне же сказали, что патроны не кончаются. Почему патроны-то заканчиваются? Чё за такое? Я, если честно, думал, что они не заканчиваются. Нужно разобраться, что такое красная линия, что такое синяя линия снизу экрана. Кто-нибудь можешь мне сказать? Я без понятия. А, синяя линия, это, наверное... А, это, наверное, мои патроны. Вау. Вы посмотрите на эту четкую картинку. Офигенно. Так что ящики, наверное... А, вот эти вот. Ящики, наверное, надо будет разбивать с вот такой вот, с моей катаной. Или как с мачете, я даже не знаю, что это такое. Че вот это вот такое? Странно, я вроде бы подбираю, оно не подбирается, а со второго раза подобралось. Это у нас патроны. Смотрите, как красиво, да? Вообще офигенно. Мне очень нравится. Опа. Что такое? Ага, он нам что-то здесь объясняет. Мы это, конечно, все пропустим. Красиво. Это что такое? Ребята, смотри. Хочешь в
Карнак? Ну, давай. Да, хочу. О, Карнак. Классно. Ух ты, а, там мой верблюд, я... Прикиньте, детали, да, что типа, как я сюда попал, а вон на верблюде. Помните, где такая еще деталь была? Опять же в Tomb Raider Last Revelation в четвертой части, когда там мы тоже в Александрию, по-моему, приехали, или куда, я не помню, в какой-то город, на поезде, потом на мотоцикле, и мы вот так раз начинаем уровень, и у нас вот там вот стоит мотоцикл за стеной. За забором. Это было очень прикольно в то время. Думаешь, вау, здесь даже они мотоцикл не забыли поставить, что типа показывает, как мы сюда приехали. То есть офигенно. А здесь нам показывают верблюда. Вон он стоит. И вот опять видели, да? Я сейчас прошел, он ничего не взял. И сейчас ничего не берет. Смотря какое у вас оружие в руках. Теперь понятно, то есть сабля-то у меня полная, он и не берет. А это у меня еще, видите, да, синяя линия чуть-чуть. Чуть-чуть еще можно кое-что набрать. Теперь я понял. Музыка вообще. Как это круто. Опа! Наконец-то! Неужели хардкорыч пошел, а? Класс, готов. Кстати, опять, да, игруха Uncut. Секундочку, лучше взять вот эту, потому что я не хочу тратить пистолет. Не ясно, сколько я его еще подберу. Так. И там, вон, смотрите, что-то лежит. Как туда попасть? 100% очень-очень много всяких этих здесь секретов. Иди сюда. Смотрите, это опять не подбирается. Вот не могу понять, что подбирается, что не подбирается. Готов. Готов. Классно вообще. Жалко, очень жалко, что я не играл на PlayStation 1. Вот в это чудо. Вот как мне интересно, сколько вообще стоит в себестоимости сделать вот такой ремастер. То есть, как вы видите, это нифига не ленивый ремастер. То есть, как мы видим, здесь, ну, очень колоссальная работа была проведена. Ну, реально колоссальная. Здесь это вам не просто взять и растянуть этот экран. Что ж такое-то? 16:9. Нет, здесь реально они подтянули все. Ух ты. Ага, секундочку. Я здесь что-то видел. Вот это я видел. А, ну... а, это жизнь. Вот еще не разобрался, где жизнь, где что. Отличненько. Вот я спрашиваю себя, а их вообще нужно убивать или нет, а? И... О, туда можно идти, туда можно идти. Я не могу понять, куда мне нужно идти. Так, здесь... Отсюда я пришел, да, самое главное, отсюда я пришел. Здесь большая дверь, здесь маленькая дверь. Ну, пойдемте сначала маленькую дверь посмотрим, что да как. Все три открываются. Нифига, сколько здесь... Добрать. Да, смог. Отлично. Жизнь. Я думал, если честно, вот эта дверь сможет открыться, но нет, она не открывается. У-у-у, там что-то, смотрите. Там что-то лежит прикольное. Так. Очень много вот этих вот кружек всяких, вот этих, я не знаю, как их назвать, ваз, которые очень мешают флоу. То есть игра не бежит вперед. Бежит, знаете, что я имею в виду? А, нам нужен символ времени, а я же вроде бы какой-то подобрал символ времени вот здесь вот.
То есть флоу никак не может разогнаться. Постоянно то на скорпионы надо отвлекаться, то еще что-нибудь. Очень красиво. Так. А, вот здесь, да, я подобрал. У меня скоро патрон закончится. Не понял. А че у меня здесь мой верблюд стоит уже? Я еще не хочу никуда. А как туда попасть? Пошли секреты. Вон туда, как мне туда попасть? Не знаю, как туда попасть. Сейчас посмотрим. А, не упади. Я внизу еще не был. Если я упаду в воду, я не разобьюсь. Но у меня еще один ход есть, который я обязательно хочу посмотреть. Что да как. Да, здесь я разобьюсь, судя по всему. Вода какая красивая, смотрите. Опять же, помните Tomb Raider вторую часть? Я не знаю, что-то у меня с этой игрой ассоциации с Tomb Raider. Не знаю почему. И вот здесь вот большая-большая дверь была. Да, направо и налево. Меня, главное, показывают вот в таких вот окошках, что где-то какие-то символы, какие-то приколюхи, какие-то коллектаблс, но я не могу их достать. Это еще что такое? Чекпоинт. Раз чекпоинт, значит сейчас что-то будет. Там вода у нас опять. Да можно? Да, можно. Отличненько. Что я сделал? Что я сделал? Блин, научись разговаривать уже, боже ты мой. Что? Ничего. Сколько тебе лет, товарищ? Чокаешь. Ага, символ. Вы видите, да, за сколько здесь всего закрытого? Вот туда вот, например, я если упаду, что я там увижу? А там я нифига не увижу. Или? Там очень глубоко. Так, подождите тогда. Тогда у меня... Я лучше пойду вот сюда. Здесь более-менее хоть... И вот здесь вот можно упасть в воду. Да. Нифига себе, он так быстро... Так быстро воздух у него заканчивается. Так, не понял. Секундочку, ну вон же там что-то. И как мне отсюда... И как? Насколько я знаю, он не прыгает. А, не понял, чего вот это за кнопка у меня, Б? Не совсем понимаю. Один раз получилось. И опять получилось. Я не знаю до сих пор, как это работает, но окей. Ну вот, допустим, я сюда пришел и... Это же лифт был. Давай, опускайся. Я надеюсь, ты опустишься? Да, конечно. Так. У меня символов никаких нету. Вот эти вот двери я не смог открыть. Да, они не открываются. И тогда, где эта большая дверь? Вот она, эта большая дверь. Налево. Чекпоинт у нас уже был. И мне не остается ничего, как только нырнуть в воду. Чекпоинт у меня есть. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Я что, не могу туда? Не понял. Да, представляете, я не могу туда. Я не могу туда упасть. И это я тоже не могу открывать. Так, начинаются интересности. У меня есть этот... Как он называется? У меня есть верблюд. Помните, это? Да? Ух ты. Фига себе, смотрите, здесь типа скелеты лежат. Раскопки какие-то. Прикольно. У меня еще вот здесь вот есть место, куда идти. Тогда мы, конечно же, пойдем сюда.
Да, я же здесь тоже еще не был. Отлично. Когда уже пойдут большие враги-то, а? В которых можно стрелять и не беспокоиться, потому что постоянно скорпионов нужно ждать, когда они на полу приземляются. Так. Сюда я не могу. И туда я не могу. Как? Ну должно же как-то быть в этой игре. Прыгать. Ну как? Или мне опять что-то не... Ничего не могу понять. Как прыгать-то? Ну-ка, секундочка. ЛТ. Я гений. ЛТ в шутерах от первого лица в современных играх всегда прицел. И я вообще не думаю, что можно нажать на прицел, чтобы подпрыгнуть. Ну, теперь ясно. Теперь ясно, он туда не допрыгнет. Да, он туда не допрыгивает. Куда тогда? Тогда назад получается. И где эта большая дверь? Вот она, эта большая дверь. Нет, здесь чекпоинт был. Фак, а куда идти-то? Помните, да, где-то верблюд меня ждет? Я смогу сюда запрыгнуть. Так, там можно пойти. Здесь я падаю. Вот и пошли загадочки. Да, вот он. Верблюд. Но как туда попасть? Ну ладно, ничего страшного. Мы прекрасно знаем, что каждый уровень можно зачищать по нескольку раз. Travel Sanctuary. Давай. Я здесь еще не был, или? Да, я здесь еще не был. Да. Ух ты, здесь уже абсолютно другая цветовая гамма, то есть не такая желто-золотая, здесь же более такое все песчаное. У! Нифига себе! Да-да-да, и вот это вот олдскульный гейминг, то есть с каждым уровнем все сложнее и сложнее. Так, теперь я умею прыгать. Я надеюсь, они не взорвутся. Нет, они не взорвутся. Сейчас вот эти вот понабираем здесь побольше ништяков. Что-то, мне кажется, меня к чему-то готовят, потому что сильно много всего дают, а? Вам не кажется так, друзья мои? И вот, вы понимаете, да, о чем я? То есть, по-современному игра очень-очень-очень тормозит со своим флоу. То есть я имею в виду не по производительности тормозит, а у игры нет флоу. Я хочу вот так вот бежать, стрелять, как в серии Сэм, да, вот потому что игра мне все дает. Но мне постоянно нужно останавливаться и... А, нужно было вот эту взорвать, оно бы все вокруг взорвалось бы, ё-моё. Мне нужно постоянно останавливаться и какие-то вот эти вот вазы разбивать. То есть это очень много времени отнимает. Но ничего, а не буду этим заниматься... Будет плохо. Ребята, это что такое? Это автомат. Во! Да ну нафиг! Вот эта тема! И вот опять, видите, постреляли 5 секунд, и я хочу бежать стрелять, но нет, я не могу, потому что мне нужно обязательно подобрать ништяки. Потому что эти ништяки, ну, вы знаете, без них никуда. Это могут быть патроны, это могут быть и жизнь. То есть они не просто так лежат на... как в Квейке, а я бы хотел, чтобы они просто вот так вот лежали, и мы бы их подбирали. Но нет. Вот это ствол! Там, кстати, нельзя нигде подпрыгнуть. Нет, нельзя. Так, эти, конечно же, я не буду. С такого здоровенного ствола оно мне нафиг не надо. Так, можно туда и можно сюда. Здесь опять символ войны нужен. Ну как, опять, я имею в виду, где-то уже видел такие ворота. Отлично. Отличненько. Так, я туда не допрыгну, конечно же. О, может быть... Тихо-т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 ихо
Так, надеюсь, я там все взорвал, что только можно было. Мне все кажется, что кругом скорпионы вылетают отовсюду. Это что? Символ времени, да как так? Здесь что, тупо некуда? Здесь что, тупо некуда? И как быть? То есть я в замешательстве? Да, я понимаю, что нужно все символы подбирать, но... Как я их подберу, если... Я их тупо не вижу. А, туда еще назад есть место, вы посмотрите. Символ. Символ времени. И вот символ времени-то мне и нужен. Помните, да? Где-то он там наверху символ времени мне нужен. Тут? Нет, это символ войны. Символ времени где-то вот здесь вот. Да, вот он. Отлично. Чекпоинт. Когда чекпоинт, это очень хорошо. И вот, представляете, да, в старых версиях здесь не было чекпоинтов. То есть, умирал, начинал с самого начала. То есть, это ничего страшного. Я вижу, что игруха проходится, ну, быстро. Или относительно быстро. Тихо. Прям, знаете, прям такая охота нажать и стрелять, но охота патроны не разэтывать. Представляете, эффекты какие, да? Разбиваешь или убиваешь муху, или вот эту, как сказать, пчелу, боже мой, птицу, и она прям на перья разлетается. Ну это офигенно, это очень круто. Вот видите, еще большой минус, который я вижу, например, если у меня, допустим, пулемет, немножко не хватает ему, да, например, зеленая, боже мой, как она, синяя линия жизни, немножечко маленькая, то, когда вот такая вот няшка лежит, мне ее не подобрать, мне обязательно нужно будет переключиться на то оружие, которому не хватает чего-то, и только тогда я смогу подобрать вот этот вот, ну вот эту штуку, то есть вы понимаете. Я бы хотел, чтобы сразу автоматически подбиралась, потому что мне постоянно нужно вот сюда вот прийти к ней и потом смотреть, а какое оружие у меня, для какого оружия у меня чего не хватает. Сейчас у меня все полные, так что идем дальше. Понимаете, да? Чуть-чуть неудобно. Но это абсолютно ни в коем случае не претензия. Ребята, мне кажется, здесь делают Xbox'ы. Все такое зеленое. Отличненько. Ой-ой-ой, сколько здесь всего. Так. Ага, здесь я уже внизу был. Ой-ой-ой, там, видите, символы какие. Нужно брать их скорее. А я смогу как-нибудь? Да, я... Нет, не смогу. Символ земли нужен. Где я его возьму, этот символ земли-то? Вот как мне туда попасть? Он не допрыгнет, или? Давайте попробуем. Тихо. Запросто допрыгнул. А, я символ войны достал. А символ войны у нас был совершенно в другом месте, помните, да? Это прикольно. Это опять же такая, что-то типа Метроидвании. Так, здесь у нас... Да, здесь я перепрыгнул. А здесь у нас символ земли. Так, идем назад. Символ войны у нас где-то в другом месте. Так, вот. Вот, видите, да, мне пришлось подойти к вот этому, поменять оружие на револьвер, посмотреть, что, ага, у револьвера синяя полоска неполная, и только тогда я смог подобрать вот эту штуку. Чуть-чуть неудобненько, но ничего страшного. Или мне это просто кажется, знаете, может, здесь можно все выставить в настройках, не знаю. Так, символ войны, вот он. Тихо. Отлично. Что-то нормал, а я думал, будет реально нормал, а нет, это даже по олдскульному это что-то очень легко. Или мне так просто кажется, знаете. Как же все-таки игруха плавно идет. Прям делает фан, знаете. Тут может ничего на экране не происходить, я могу ни в кого не стрелять. Вот просто вот когда бежишь вот так вот и просто поворачиваешь, очень делает фан. Прикольно находиться в игре. О, символ земли, который в самом-самом верху, вы помните.
Теперь-то мы сможем к символу Земли подойти. Нет, не сюда, или... Вот сюда назад. Нет. Опа. И как? И как? Вообще, секрет на секрете. Нет, где этот символ войны? Где-то вот наверху, да, был? Да. Ух, ничего себе. Вот это классно. Вот этот ствол офигенный, он мне очень сильно нравится. Вот он. А, нет, это сейчас символ войны. Вон там, на самом верху. Тихо, не упади туда. Собираем все подряд. Ну, вот этот ствол вообще пока самый любимый. Вон он, символ войны. Ой, символ земли. Боже мой, с этими символами. Так, чекпоинт. Отличненько. Опять собираем. Ништячки. Так, теперь что здесь? А, это вот там он, я, помните, я вон, вот тут я пытался подпрыгнуть вверх, и у меня ничего не получалось. Вот теперь я смогу. Теперь нужно выбрать время между вот этими шарами огненными, прыгнуть туда и сначала осмотреться внизу, специально спрыгнуть еще. Вот сюда вот, да, вот здесь, потому что ништяки, как вы можете посмотреть. Это мне, конечно, все нужно с собой собрать. Почему я туда не могу пройти? Ну как так? Так, значит, идем опять в дверь с символом земли на самый верх, вот сюда вот, и теперь прыгаем направо, чтобы тоже и справа все подобрать. И туда опять я не могу. Что ж ты будешь делать? Ну да ладно, ничего страшного, это ни в коем случае не какие-то нарекания. Так, вот он символ опять земли, куда мы же зашли. Так, теперь вот это, хлоп, и мы идем. Оп, отходим. Тихо, у меня заканчивается энергия, нужно срочно. Вот, энергию подобрал. Как только захотел энергию, сразу она вот как будто как на заказ. Дверь запечатана, окей. Дверь запечатана, так запечатана. Эта дверь тоже запечатанная. Не совсем понимаю, куда и что. Я туда же не допрыгну, или? Да, я туда не допрыгиваю. И что мне это вообще дало? А, я отсюда прибежал. Да, я прибежал отсюда. А что, уже не стреляет? Уже не стреляет. Я прибежал отсюда, но здесь, вы посмотрите, вы сюда приходите и не понимаете. Окей, что-то... Что-то здесь не могу ничего сделать. А хлоп, здесь нужно просто на 180 градусов развернуться. Или как это называется, да, по-моему, 180 градусов. И идти вниз. Просто тупо идти вниз. Ух ты. Тихо! Мне скоро хана. Тихо! Как так? Почему они все пробегают через это? Ну, слава богу, здоровье я пока подбираю. Что-то мне кажется, наверное, разрабы от Night Dive Studios немножечко проапдейтили игру. Я имею в виду для нашего актуального поколения, потому что, ну, мне кажется... На старом бы нормале, в PlayStation 1 или на Sega Dreamcast, или на ПК, ой, на Sega Saturn, нас, меня бы, по крайней мере, здесь уже уделали. А как-то получается, что я теряю жизнь, но у меня сразу дают... Вон, видите, да? Только что об этом сказал. Мне нужна жизнь, и мне дают именно жизнь. Это круто, но очень легко. Надо играть на хардкоре, я думаю. Вот опять, мне пришлось поменять на автомат, только тогда я смог подобрать вот эти шарики. Так. Не понимаю, что происходит, где что открылось, но да ладно. Так, здесь... Как все было, так и есть. Здесь ничего нет от этого вас. Нет, здесь ничего нет от этого вас. Так что идем дальше. А-а-а! Помните, да? Я все думал,
как застрелить вот эти вот горшки, которые здесь стояли. А сейчас вот только я это сделал. И теперь у меня дверь, видите, показывает два символа вот этих. Что это? Не дверь, а кнопка. Что она сделала? Я не знаю. Вот здесь вот этот символ был. Да, вот он. И... не совсем понимаю, что происходит. У меня даже никакого символа я не подобрал. Так, чекпоинт опять же. Так, вот это что вот это такое? Я могу здесь... Давайте попробуем. Могу здесь вообще бегать или нет? Как вы думаете? Давайте попробуем. О, ваншот сразу. Хорошо, чекпоинт здесь. Сразу инстант появляюсь. Это круто. Нифига себе. Давайте подберем эту. Пауэр. Чуть не упал, вы видели? Чуть не упал. И вот начались что ли загадки или что, я не могу понять. А, и резко направо. Ну-ка попробуем, а то эта платформа, она же сразу вниз падает. И мне нужно резко направо. Ах, как так? Как так? Криворук, кривожоп, как их еще называют? Где это было? Вот тут. Так. А здесь ничего такого-то и нету. Так себе. Так, тут я тоже был. Так, тут я тоже был. Все, ребята, запутался. Здесь сейчас будет значок, да? Нет, здесь не будет значок. Здесь я иду. Иду в самое начало уровня, или? Да, это самое начало уровня. Где стоит мой верблюд, да. Но я же еще не прошел уровень, или? Секундочку, сейчас мы разберемся. Сейчас разберемся. У меня, если что, у меня еще есть карта. Очень, очень, очень познавательная карта. Она меня больше с толку сбивает. Так. Да, вон, туда вон. Туда вон. И сюда вон. Знать бы еще, куда мне надо. Было бы намного прикольней. Платформа, конечно же. Вот здесь вот я не знаю, то ли мне костюм какой-то дадут, то ли что, чтобы я мог вот по этой зеленой жиже бегать. Угу. Да, туда уже не надо. Теперь остается только вот этот путь. Да, вот этот путь. Здесь мы прыгали вот сюда, вот эти опять активировались. Здесь я не могу допрыгнуть. А! Смотрите, я дверь открыл. У нас было две двери запечатанные, а теперь только одна. Вот левая дверь открылась. А-а-а. Окей, понятненько. И теперь сейчас вторая дверь откроется 100%. Потому что других путей нету. Да. Ну, выходи. Отлично. Очень круто. Очень-очень круто. Полная жизнь, полная это. Что-то меня терзают смутные сомнения. Вот этот пол очень-очень мне не... как-то суспект выглядит. Подозрительно. Сейчас он как проэтывается, так что я попробую до самого... До самого... А там ничего нету. Здесь тупо он провалится и все. А, наоборот, он вверх поедет. Не угадал. Нет, назад. Ну как так? Назад, 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 назад. Где? Назад. Вот так. Ух ты.
Что это такое? Как все красиво, ей-богу, а? Что это? Мои любимые шлепанцы, ребята, наконец-то я их нашел. Вау, вау, вау. Сланцы силы. Класс. Walk like an idiot. Круто. И... Go back. Это что это? Короче, я подобрал сандали специальные. И что мне это дало? У меня супер сандали. Я очень теперь высоко прыгаю. Вот это да! Теперь у меня есть места, которые я знаю, которые обязательно нужно будет посетить, где подпрыгнуть вверх. Посмотрите, какая красотенечка, ребятки. Я не знаю, мне можно это трогать или нет? Да, можно. О, я вернулся к этому, к сенсею. Окей, он, короче, мне опять что-то наговорил, я это все пропустил, потому что оно мне не надо. И... Здесь закрыто. Мой верблюд. И, судя по всему, да, я ему принес то, что он искал, и теперь на верблюде я могу дальше ехать. Карнак? Почему именно Карнак? Я же... Нет, я же... Я же был уже в Карнаке, или по-другому никак. You have found one of the six Sagan artifacts, and your worth as a sturdy slave has been proven to the Council of the Gods. The mighty sandals of Ikamtet give you the strength to leap higher than mortal humans. Use this gift to scale the cliffs in the northwest corner of Karnak. Beyond the... Ага, все понятно. Northwest в Карнаке, так что нам туда надо. Я нашел один из шести амулетов, так что в Карнак мне нужно. И Карнак. Где-то я смогу что-то открыть и где-то перепрыгнуть или еще что-то. Ух ты, да, с вот этим пулеметом, короче, вообще классно бродить. Так, теперь здесь... Да, у меня обалденные сандалики, которые мне позволяют... Посмотрите, я могу реально теперь до моего верблюда допрыгнуть. Ну, это классно. Это классно. Ой-ой-ой. Отлично. Ребята, надо 100% на хардкоре играть. Очень легкая игра на нормале. Очень легкая. А, чуть-чуть не допрыгиваю. Чуть-чуть. Автомат вообще тащит отлично. Так, и вот здесь я опять только что здесь был, но я уже забыл, что да как. Так, опять у нас здесь. Ой, я даже не... Забываю про разговаривать, оно прям затягивает геймплей. Он очень рундаментарный, очень неспокойный, как, ну, вы понимаете, что я хочу сказать. Символ времени, это что, все по-новому надо собирать или как? Я не помню, где, какой угол Карнака он имел в виду, вот этот вот. Вон туда вон мне как-то нужно еще попасть, вон туда. Неужели я перепрыгну? А может и нет, может сломаю сразу. Ну а если не попробую, не узнаю, правильно? Если не попробую, не узнаю. Класс, у меня супер сандали, ребятки. И вот вам, пожалуйста, да, да, да. Благодаря моим супер сандалям я теперь как с этот Супермен. Так, нужно немножечко уже поменьше баловаться с нашим этим, о, с нашим пулеметом, так как он закончится скоро. Символ времени. Символ времени. Символ времени. Где-то я помню, он был.
символ времени. Вот он. Да, новая, ребятки. Новая локация. Новые возможности, новые локации. То есть мы, как вы видите, в лучших традициях Metroidvania приходим в те же самые локации, где мы были, и у нас новые места становятся доступными быть. Так. Под пистолет может подправить? Нет, смотрите. Ну окей. А, все, не могу перепрыгнуть. Секундочку. Максимальное здоровье повышено. И больше ничего здесь нет? Так это никак на прохождение не влияет. Я почему-то уверен, я миллион этих секретных дверей пропустил. 100%. Потому что оно прям... Ну, игры-то старые, вы помните. Там на каждом шагу было такое-то. Так. Стены. Invisible Wall, которые нужно было нажимать, вы знаете. Как в лучших традициях Dark Souls. Кстати, Dark Souls, ребята, сегодня вышел... А, нет, вчера вышел Elden Ring. Он ко мне уже пришел. Скоро будет новый закуп игр. Ребята, там будет около 20 игр. Ужасно. Если вообще вы смотрите мои закупы игр. Может быть, кому-то это вообще тупо неинтересно. Так, 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 так. А куда? Что теперь? Нет, подожди, подожди, подожди. Я еще здесь не все бежал. Мне еще 100% куда-то можно будет... Куда-то можно будет. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Хотя... Хотя я прям не знаю. Где тут еще там можно что зачистить? Там я был. Здесь я тоже был, правильно? Да, здесь я тоже был. Здесь у меня к верблюду дорога. Здесь ничего. Тогда пойдем в другую сторону. Вот у меня туда можно и вот сюда можно. Хотя нет, отсюда я пришел. Или? Да, отсюда я пришел. Тогда можно сюда. Потому что мало ли, может быть здесь где-то... Вот, например, вот сюда я смогу запрыгнуть? Нет, чересчур высоко. О, вот эту локацию я помню, конечно же. Я здесь первый раз узнал, как можно прыгать. А вот сейчас я смогу запрыгнуть. Да, 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 помните? 100% помните. Я вот сюда вот запрыгнул, а дальше не смог. Вот сюда вот я запрыгнуть и смог. Хоба, а теперь запросто. Слушайте, это офигенно. Прям такой большой-большой-пребольшой интерес появляется проходить вот эти локации по-новому. Так. Я не знаю... А, жизнь, отличненько. Идем, значит, идем. Оп. Пока все невероятно круто. Я чувствую, у меня за сегодня, за эти 3 часа, что мы смотрим на игры, голос сел ужасно, я вообще не знаю... Так, туда пока мы не будем. Пока поплаваем. Поплаваем? Поплаваем. Я еще не совсем понял, как работает вот этот наш воздух. Он так быстро заканчивается, но ничего не происходит, да, когда я под водой? Вот он заканчивается, 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 но я постоянно успеваю вылезти. Ой-ой-ой. Я сейчас помру. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Нет. Как так? Жизни не хватило, вы видели? Значит, скорее всего, я подберу какие-нибудь... вы видели, у меня я подобрал шлепанцы, я стал очень высоко прыгать. Скорее всего, подберу какие-нибудь дыхалки. Не знаю, легкие новые подберу. Фак, а я здесь даже этот же чекпоинт не подобрал. Чекпоинта-то нету здесь.
Срочно нужны пулеметные патроны. Или немножечко нужно пострелять этим револьвером. Потому что он очень быстро у меня этот заканчивается. Ничего не могу попасть. Ой, ничего не могу понять. Кое-как попал. Так. Пулемет, где мой? Вот он. Yes, пулемет немножко подобрал. Это уже радует. Так, и вот опять. Да, одни и те же уровни придется проходить по много раз. Может быть, некоторым даже это не совсем понравится. Но мне нравится, когда чувствуется прогресс. Раз прогресс есть, значит, это уже хорошо. Как различить патроны для автомата-то, а? Так. Здесь этот времени символ есть. Так, туда я уже перепрыгну, это я прекрасно помню. Плюс открывается, конечно же. Ай-яй-яй-яй. Подбираем символ времени. Символ времени и обязательно переключаем через этот. Подбираем вот эту штуку. Тут уровень реально запоминаешь. Так, не понял. Почему я не могу прыгнуть? Вот сейчас прыгнул. Вот это место немножечко не очень хорошо работает. Каждый раз я с ним проблемы испытываю. Даже когда я знаю, как, куда нужно нажать, чтобы выйти из воды. Так, время, символ, вот он. Да, уровни реально очень быстро проходятся. Это круто. Максимальное здоровье. И вот максимальное здоровье, я не понимаю, для чего мне дано максимальное здоровье? Для того, чтобы я успел все-таки на кнопку нажать? Или мне это просто кажется? Так, туда не надо. У меня еще большая дверь есть. Обязательно нужно в большую дверь вон туда вон пойти, посмотреть, что да как. Так, отсюда я пришел. А, нет, смотрите, у меня еще... А, да, тут же еще можно. Да, вот здесь вот я... Эти скорпионы и вот эти вот... Я не могу мимо пройти, потому что здесь ништяки. Постоянно лежит то, что мне нужно. И вот нужно по всей игре их разбивать. Так, а здесь назад нельзя? Нет, назад нельзя. Так, там был этот. Я помню. Вот здесь где-то муха это была, да? Или? Сейчас уже нету, смотрите. Оп. Так, вот здесь я был. Да, здесь я был. Здесь у меня верблюд. И он мне говорит... А, во! Хочешь пройти Собек Пэс? Подожди. Вот это новый уровень. Да. Потому что Собек Пэс у меня не было. Туда я 100% смогу попасть, когда у меня что-то с легкими сделается. Когда я курить, например, перестану, я смогу намного больше захватывать дыхание. Так что сейчас мы пока в Собек Пэс передвигаемся. Ух, да, новый уровень, ребятки. Классно, прям путешествуем по Египту, знаете, как будто так и надо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
Интересно, как это все управлялось на PlayStation 1 и Sega Saturn? Здесь сейчас современное управление, прям эго-шутер от первого лица, как все принято у нас в современном мире, как все Call of Duty, как, ну, вы понимаете, как любой шутер от первого лица, повторюсь. А раньше это управлялось гораздо по-другому. Это что-то с чем-то. Еще такая музыка. Загадочная. Подожди-ка, я хочу посмотреть, что здесь. А, здесь ничего нету. Здесь вот я пришел, да, отсюда здесь у меня мой верблюд стоит. Вот я пришел, и все. И мы заходим сюда. Классно, ну очень красиво. Орлы, вы что? Я ж свой. Я ж тоже игл. И вот эти вот черепа, что-то они мне очень-очень-очень подозрительные. Мне кажется, из них тоже какая-нибудь шняга будет скоро выплевываться. Опять же, как в Tomb Raider. Музыка вообще... Я прям не знаю. Я прям не могу ничего комментировать, потому что я прям в игре, и мне охота ничего не пропустить. Ой-ой-ой. Нужно чекпоинт, ребята. Если чекпоинта не будет... Хотя это начало уровня. Что я здесь делал? Сейчас, секундочку. Мы сначала пройдем в другую сторону. Мы сначала пройдем вот сюда, налево. Посмотрим, что здесь нас ждет. И только потом. Это офигенно. А когда мимо стреляю, важно прям... А, не по себе. Каждый патрон на счету. Реально завидую людям, кто в эту игруху играл в то далекое время на PS1, на компе или на Sega Saturn. Я представляю, когда сейчас они вот в это играют, у них просто, я не знаю, ну флешбеки, ностальгии. Символ опять войны. Только не упади. Смотрите. Опять орел где-то. Смотрите. Я могу здесь прыгнуть и открыть дверь. Ну а как насчет... Как насчет тех ништяков, которые там, наверху? Как насчет ништяков, которые находятся... Где они были-то? Ё-моё! Запутался. Вот там опять что-то, смотрите. Вон там, вон. Но опять же, повторюсь, я никакой чекпоинт не подобрал. Если я сейчас... О, вон он, чекпоинт! Класс! Вот теперь можно здесь... Разработчики молодцы, они действительно знают менталитет игроков. То есть вы посмотрите, я не стал здесь прыгать, потому что я знал, если я умру, начинать все заново. Опять зачистка вот этих вот кувшинов и все. И нам здесь они поклали чекпоинт. Типа, можешь туда идти, можешь туда потом идти. Это офигенно. Вот теперь я ничего не боюсь. Конечно, да, это очень, можно сказать, уже не old school experience, потому что, ну, вы сами понимаете. Нет! Вот благодаря вот этому я и подобрал чекпоинт. Так. Стоп, не сюда, нет, не сюда. Мне нужно вон туда. Нужно охота посмотреть, что там. А там ничего нету, кроме вот этих вот. Окей, тогда все. Так, и теперь прыгаем. Подбираем символ войны и можем идти назад. У нас же символ войны где-то впереди, да, был? Нет, туда чекпоинт. А символ войны где-то был вот здесь вот, когда я влево шел. Сейчас еще вот эти подберем сразу, пока мы здесь.
Символ войны где-то же... Где-то же он был. Или мне кажется? Так. Ребята, он же где-то был. Дверь, помните же? А, вот он. А что вон там вон? Ну, пока у меня есть куда идти. То есть, в любом случае, верблюд... На верблюд я сейчас не сяду, чтобы уехать из этой локации, потому что у меня много чего еще можно открыть. Тихо-тихо-тихо. Непонятно, что здесь такое. Еще один чекпоинт. Но это прям вообще... Ох ты. А, туда я уже примерно понимаю, как попасть. Помните, да, когда мы открываем вот эти двери... там шары огненные. Мы видели как-то эту локацию сейчас где-то минуты две назад. Так, и для чего нам здесь сделали чекпоинт? Здесь же ничего такого трудного нету. А. Сказал я, и на меня прям армия скорпионов напала. Так, ну окей. Вот здесь вот я имею в виду. А нет, оно слишком низко. Но слишком низко. Но да ладно, давайте будем открывать вот эти штуки. Я-то загорелся. И теперь еще вон того надо. Тихо-тихо, аккуратней, аккуратней, не спеши. И теперь вот это. Что сделал я, без понятия. Но я активировал два выключателя. И теперь можно... Теперь можно сюда. Да, по-моему, я... По-моему, я последнюю эту нашел. Или? Или? Да, по-моему. Да. Это опять какой-то коллектаблс. Самый-самый, так сказать, главный. Пока все круто. И как теперь мне назад попасть? Теперь... Тихо-тихо-тихо. Ой, как он гиперактивно прыгает, это вообще! И теперь... Символ войны я подобрал для того, чтобы просто... А, чекпоинт я смогу активировать? Нет, уже не смогу, потому что... А, ну у меня же еще есть, да, у меня же есть куда идти, ребята. Помните? У меня же есть куда идти. Там, где я подобрал чекпоинт. Еще полностью локация. Так, где это, где это, где это, где это, где это... Это где-то... Вон там. Да. Опять подобрал чекпоинт. Здесь какие-то камни уже. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Только хотел сказать, нифига себе, какой я прыткий. Ни один раз не попал камень в меня. А у меня же ни одного, да, символа нету. Вроде... Чё творится? Камни. Так, земля. А, время. Е-е-е, жизнь отобрал всю. Сейчас здесь что-то будет происходить. Вот эти вот мне не нравятся. Мне кажется, знаете что? Вот серьезно, мне кажется, когда играешь не на нормале, а на хардкор, по-моему, здесь какие-нибудь огненные шары вылетают. Потому что очень много мест, которые очень подозрительные. Например, те же самые черепа, про которые я вам говорил, что в Tomb Raider с каждого черепа вылетает какая-нибудь стрела с ядом. Здесь это все просто стоит не задействовано. И вот мне интересно, если играть на хардкоре, это будет 100% задействовано, и здесь надо будет еще вот так вот перепрыгивать это все. Хотя это просто мои догадки. Оно не обязательно, что так должно быть. Как я хочу, чтобы эти ребята нам сделали хороший ремастер систем шока. Было бы классно. И, кстати, они договаривались с Nintendo или хотели договориться, чтобы сделать многие игры по ремастеру, но Nintendo этого не хочет. Хотя игры не Nintendo, не эксклюзивы. И Nintendo этого не хотит. Как говорится, знаете, сами ничего не делают и не дают людям. Ни себе, ни другим. О, символ земли. И вот теперь в самый-самый зад. Помните, да, где мы были? А, вот сейчас только пошло, ребята. Беру все слова обратно. Сейчас летают здесь шары. Окей. О, теперь да. Вот так вот оно и должно быть. Вот это я понимаю теперь нормал.
Так, отличненько, наш верблюд. Наш верблюдик. И можно в Mountain Shrine. Давайте посмотрим, что это за Mountain Shrine. И нужно прекращать, мы уже целый час здесь сидим. Вы видели? Секундочку, я хочу на это посмотреть. Я не могу туда допрыгнуть, к сожалению. Но я могу сюда запрыгнуть и могу вон туда запрыгнуть. Чё-чё-чё, там кто-то... Да, чё-чё-чё, что-что-что, там кто-то... Ау! Я не могу оторваться, но это настолько делает фан, вот эта вот зачистка уровня, вот эта стрельба, это... Правда, Digital Foundry говорили, что это реально, это легенда. Я вообще ничего не знал, если бы не ремастер от Night Dive Studios, я бы не знал бы, что такая игра существовала, а тематика прям моя, Египет, вот это все. Я не могу остановиться, ребята, хоть убейте. Хоть убейте. Это очень круто. Опа, там уже мне показывает, что там какая-то маска. А это я не могу разбить? Нет, не могу. Так, откуда я пришел? Я, если честно, я не помню, откуда я пришел. Ох ты! Это вообще... Вот это уровень! Так, а я оттуда пришел, да, нужно подобрать. А, я не могу подобрать. Еще можно направо пойти. Что будет, если я пойду направо? Это офигенно просто. Вот этот вот теплый, красный или желтоватый вот этот цвет. Я его обожаю, египетскую тематику. Обожаю. Кстати, ни разу в жизни не был в Египте. Ребята, это моя мечта. То есть, здесь ничего такого нету. Взял да поехал в Египет. Но никто со мной ехать не хочет. Понимаете? Вот в чем проблема. Я бы хотел посетить Японию. Я бы хотел посетить Египет. И в принципе все, на этом бы я остановился. Я не совсем такой, знаете, человек, который путешествует, но Египет — это настолько культовая тема, которая мне нравится в играх, мне нравится в фильмах. Я очень хочу побывать в Египте. И не просто в Египте вот так вот полазить там по улицам, нет, а тупо вот, конечно же, к пирамидам вот это вот все. Вот эти все легендарные места посмотреть. Так, символ войны мне здесь нужен, окей. Символ войны, тогда у меня есть куда идти. У меня еще полностью та сторона не защищена. Там, скорее всего, мы подберем символ войны и пойдем уже туда, в ту сторону. Так, здесь я все взорвал. Это что у нас такое? Это ваншот, я думаю, да? Да, оно туда даже не пробивает. Так, с двух этих очередей. Чекпоинт, ребята. Чекпоинт, и можно будет проверить, что там за зеленое такое. Это что у нас? О, символ войны, да, прям как на заказ. Так, сначала все расстреливаем, подбираем все ништячки, и теперь можно, хоп, чекпоинт. И вот теперь я смогу посмотреть, что там такое. Рискнем? Давайте уж убьемся, да, потому что... Не понял? А, у меня два жизни. Но у меня чекпоинт есть. Вот молодцы разработчики, что внедряют чекпоинты. Это очень круто. Столько можно себе всего позволить. А, дверь запечатана. Но я подобрал символ этого... войны, да, по-моему? Эта дверь была вон с той стороны. Вот с той стороны, да. Где-то вот здесь внизу. Символ войны, насколько я помню. Да, вот он, символ войны. Открываем. Смотрите, мне показалось, или у них есть friendly fire. То есть вот этот вот чувак убил вот этого. Или, по крайней мере, немножечко у него отнял здоровье. Так.
сразу выходим из лифта, потому что, как практика показывает, да, эти лифты, они сразу уезжают вниз. И чтобы не уехать вместе с ними, лучше выходить из лифтов. Отличненько. Ну, скорпионов могли бы уже реально не это, на меня не посылать, но это уже не прикольно. Это первый уровень, уже давно фобай, как говорится, давно прошел. Символ времени. Ну, прекрасно знаем, что мы сейчас пойдем сюда, и мы найдем символ времени. Зачем чекпоинт, ребята? Неужели сейчас будет что-то зубодробящее? Вы, кстати, как вы помните, я вам показал в самом начале, вы можете эти чекпоинты отключить и играть по олдскульному, то есть так, как было. Опа. Нам показывают, короче, вот эти вот леталки, мухи, что типа нельзя вот в эти вот лазерные лучи вставать. Ну, я же это знаю, это не первый раз. Кстати, самые классные лазерные лучи, мне помнятся, были в пятом элементе на PlayStation 1. Обожаю. Так, ну посмотрим, что тут. Вот я нажал. Чего, не понял? А! Ну вот это вообще... Я сюда вот становлюсь лицом, а сзади на меня нападают, открывается вот эта вот дверь и нападают. Но это реально, это только олдскульный этот левел дизайн. Сейчас бы такое не делали, потому что игроки сразу бы материться начали. Так. Аккуратненько. Вау, в табло прилетело, ну как так? Ну это очень круто. Здоровье и... Что произошло? Кто-нибудь знает, что произошло? Я не знаю, что произошло. Но пока... А. Как так? Почему у меня здоровье-то ушло? Мэп, окей. И... И... Чекпоинт. Но я же ничего не подобрал, или? А! Секундочку, где я? Секундочку, а как эта дверь-то открылась, я не могу понять. Подождите, подождите, я не могу сориентироваться, где я. А! Или... А, это новый тогда? Так, не понял, эта же дверь была закрыта. Она была за силд, помните? Опа как. Ой-ой-ой-ой-ой. И они такие маленькие платформы. Чекпоинт, разрабы, вы просто молодчики, ну реально, просто молодцы. Они прекрасно знают, что здесь могут люди марать-марать пачками и просто забросят игру. Так уж лучше дать им нормальный экспириенс и просто поставили чекпоинт здесь. Ну молодцы, похвально, очень похвально, потому что сейчас, да, ребята, у нас изобилие игр и у нас нет времени задерживаться на одной игре подолгу, как, например, в ранешние года. У меня была, например, Tomb Raider первая часть, или вторая, или третья, или четвертая, или даже пятая. Так я ее годами играл, потому что у меня ничего другого не было. И разрабы прекрасно понимали, что никто не может себе позволить много игр, у них тупо не было много игр. Его делали игры такие хардкорные, чтобы тебе хватило реально надолго, чтобы ты за свои деньги, которые ты отдал, а я отлично помню, в России, по-моему, игра на PlayStation 1 давно-давно стоила 90 рублей. Это было очень дорого. Ух ты. Ты реально за эти деньги получал игру, а не как сейчас. Ты получаешь за 80 евро игру, а там еще докачай, там скачай, там day one patch, там через 3 дня еще какая-нибудь улучшение, еще чего-нибудь. Короче, ну, вы понимаете, о чем я. Так. Я не знаю, вот я примерно понимаю, где мы, но... Вот сюда вот вниз мне... Нет, вниз мне не надо. А сюда вниз надо? Нет, сюда вниз тоже не надо, хотя там дверь закрыта. Смотрите, у меня часы есть. Ой, не часы, а... Или... А, вот сюда вот еще можно. Как... Ау, в табло прям.
Это офигенно просто. Так, здесь ничего нету. О, символ времени. Вот этот символ времени мне и нужен, помните, да? У нас есть где-то вот здесь вот виднелось. Вон, туда. Да. Ух ты. И как мне тебя подобрать-то? Как мне тебя подобрать-то? А, вот так вот подобрать. Ух. Не-не-не, вверх. А, вот они, ребятки. Как я и говорил, мы подобрали какие-то легкие специальные. Ну или что-то для легких. Теперь мы можем надолго-долго-долго плавать под водой. Вот теперь у нас открылась та локация, помните, в самом начале, где я помер-то? Это офигенно, ребята, как классно устроенный левел дизайн. Тебе охота дальше и дальше проходить, дальше и дальше, ты не можешь остановиться. You have succeeded in collecting yet another cherished artifact. Your heroic skills have kept you from joining the kingdom of the dead. Travel south now, through Karnak, and cross the Great Nile River. There you will find a strong weapon that will break through the stone of a weak wall. Beware though, for the path that leads beyond will take you to a place where a horrible beast dwells. Офигенно. 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 И опять мы возвращаемся в Карнак. Почему? Потому что вы помните, я подобрал легкие, и теперь мы можем в ту яму спрыгнуть и дышать. Но, ребята, давайте этим не будем заниматься, потому что я вижу уже, что игруха просто взяла меня в свои объятия и не отпускает, потому что мне охота все дальше и дальше проходить, но вы понимаете, да? Классно! Просто классно. Офигеть. Еще раз большое спасибо Night Dive Studio. Очень-очень-очень мечтаю, что они побольше сделают нам таких проектов классических, потому что никто за это больше не берется. Играть можно, я понимаю, на эмуляторах и все вот это. Нет, я хочу на актуальном поколении консолей, хочу просто запустить игру и тупо в нее играть. Не настраивая эмуляторы, ничего не скачивая. Нет, вот, заплатил 20 евро, скачал игру на PlayStation 5 или Xbox Series X и сидеть и играть. Похвально, очень классно. Я не играл, мне очень понравилось, и я честно скажу, я не думал, что раньше был вот такой вот обалденный геймплей. Ребята, давайте будем прекращать, и класс, надеюсь, вам тоже понравилось. Покупать, не покупать, для кого эта игра, для кого эта игра не игра, это решать, конечно же, сугубо вам. Ребята, я еще раз утверждаю и утверждаюсь в этом, и ловлю себя на такой мысли, что сколько обалденных жемчужин в цифре, которые никогда ни на каких физических носителях не выходили, может быть, какие-то частицы из них единичные выходят, но как, если тупо собирать коллекцию на физических носителях, чем я, в принципе, до сегодняшнего дня и занимался, и занимаюсь, можно реально очень многое пропустить, и никак я себе это не простил бы. Так что, ребята, это реально, это не последнее видео в этом жанре, пробую игру. В следующей неделе опять у нас, я надеюсь, если все будет нормально, опять 2-3 игры у нас будет. Класс, меня, ребята, не остановить. Пока, повторюсь, у меня идут игры для следующего закупа. Мне это нужно все собрать, там едут из Америки, из Англии. Это, конечно, все нужно будет аккуратненько все собрать. У меня еще пока есть время, будем сидеть и знакомиться с играми. Надеюсь, вам это нравится. Если кому не нравится, ребята, я, как вы знаете, за вход деньги не беру, никого не заставляю. Кому нравится, смотрите, кому не нравится, просто проходите мимо. Опять большой респект мне за то, что я это говорю в самом конце видео, да. Ребята, всем благ, чао.